Come on, come on, MC, come on, come on. Okay, okay, okay. Good job. Here, 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 here. Go! Go, go. Thank you.
Жень, понятно, результаты на сборах в контрольных матчах не имеют большого значения, но тем не менее, наверное, после ничьи с испанцами было особенно хотелось выиграть для себя. Ну, я думаю, что первоначальная задача нельзя ставить на сборах победа кровь из носу. Это будет совсем неправильно, так как проделаем определенный объем работы и все в силу своих возможностей выходят на игру. Сегодня игра получилась, особенно во втором тайме, несколько такой жестковатой, нетипичной, может, для сборов. С чем это связано? Как раз наоборот, для сборов больше типичная жесткая игра, так как, я не знаю, все стараются доказать, что-то показать, много не получается, из-за этого нервы и получаются фолы. Как вообще вот первая неделя, 10 дней сборов прошли, как оцениваешь работу, как команда себя чувствует? Команда работает отлично, чувствует, что все чувствуют, что набираем форму. Все отлично работают, вопросов нет.